В музее книги библиотеки имени Маяковского открылась выставка «Начало перемен». В экспозиции собраны книжные издания, которые расскажут о юбилярах этого года. Создатели славянского алфавита Мефодий и о русском первопечатнике Иване Федорове. Подробнее об экспонатах в нашем следующем репортаже. 130 лет назад свет увидели первые экземпляры энциклопедического словаря издательства Брагауза и Ефрона. Книгу относят к памятнику мирового значения. Материалы словаря – общественное достояние. И многие статьи представляют исключительно информационную, культурную и историческую ценность. Все 86 томов можно найти в библиотеке имени Маяковского. Там открылась выставка «Начало перемен». Безусловной гордостью нашей библиотеки является издание энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона в 86 томах, которые в полном объеме доступны читателям нашей библиотеки. Этот словарь носит мировую славу и поныне. В этом году исполняется 510 лет со дня издания первопечатника Ивана Федорова, 1205 лет книги византийского просветителя, создателя славянского алфавита Мефодия. Мы надеемся, что наша выставка будет интересна и взрослым, и детям. Среди изданий можно будет найти и миниатюрные книги, и издания большого формата, богато иллюстрированные, подарочные и современные коллекции нашей библиотеки. Выставка библиотеки имени Маяковского продлится до 4 сентября. Записаться на экскурсию можно по телефону 70289. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.